В эти минуты проходит пятая ежегодная церемония награждения победителей журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. В зале весь цвет самарской прессы. Целями конкурса является поощрение творческой активности журналистов и повышение их профессионального мастерства. Перед вручением наград губернатор Николай Меркушкин отметил особую роль СМИ в развитии области. Выбирать правильный вектор в итоге и двигаться в правильном направлении – это самое главное и самое важное. Поэтому я бы хотел вам всем выразить слова благодарности за совместную работу. Мы, что касается информированности людей, вовлеченности людей по, скажем, по ряду таким базовым вещам, мы сделали значительные шаги вперед. В этом году на конкурс поступило 330 заявок. Среди номинантов – представители всех региональных СМИ, печатных, телевизионных и интернет-изданий. Победителей объявят в 19 номинациях. Ну а в каких номинациях среди лучших будут журналисты нашего канала «Самара ГИС», мы вам расскажем в следующих выпусках. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.